мужчин и мужчин такое ощущение, что их стесняются рисовать. Вот женщину они нарисуют, ну, там, ну, как надо, да? Понятное дело. Вот. Видимо, они мало с ними общаются, вот они их и рисуют. А вот когда они начинают рисовать мужчин, видимо, боятся, что их обвинят, ну, там... Ну, вы все поняли. И они боятся нарисовать эстетически вот привлекательного молодого человека. А красота персонажа имеет значение? Да, 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 огромное. Почему-то у нас принято, что женщина должна быть супер-пупер-мега-красивая, в игрушке, а на мужчин как-то не особо обращается на это внимание, да, он может быть просто там какой-то там бегающий человечек. Мне нравится, когда персонажи понятны, а не смесь пингвина с чем-то еще, и не очень понимаешь, за кого ты играешь, и вообще непонятные эмоции, какие у тебя этот персонаж вызывает. Ну, ты тогда, как сказать, не вникаешь в игру. Стороны. Должна быть эстетичность персонажа, как и мужского, так и женского, не только женского. Там, не знаю, там ноги от ушей, допустим, там грудь, извините, там вот заканчивается, где подбородок, да, начинается грудь, точнее, да, где заканчивается подбородок. Привлекает красота как раз, которую в жизни очень редко встретишь. Сказка какая-то. Там, либо на Брэда Питта из строя. Либо на какого-нибудь Эдварда Нортона, но он, допустим, и не совсем плечистый, но... Фантазии, может быть, фантазийный какой-то персонаж, реально несуществующий, да, но это чтобы он вызывал какие-то определенные эмоции, а непонятно, что... Ну, ты иногда смотришь, не понимаешь, что это такое, и вообще, какую нагрузку смысла он несет, и эмоции, то есть непонятно, какие он должен вызывать, это злой, добрый или умный, там, не знаю, кто это. Чтобы ты как-то сживался с игрой, чтобы ты переживал за нее, что ли. Зачастую, как раз таки, когда выходит какая-то игрушка, да, вот допустим у вас на сайте, да, когда вот идет релиз или же, ну, рекламка, да, той или иной игрушки, вот непосредственно на релизе, да, мужчина там просто аховый, да, вот, а когда начинаешь играть в эту игру, ты понимаешь, что там общего с той картинкой, что ты видел в первую очередь, нет. Вот ходишь ты по улицам, смотришь такое, все серое. На себя никто не смотрит, а ты на кого не смотришь, или даже смотришь, никто не смотрит все равно. Хотя бы в игру в эту зайдешь, заплатишь за нее, думаешь, ну там может быть кто-то будет такой. И там нет никого. Понимаете? И становится как-то тошно. Я думаю, всем женщинам хотелось бы видеть в игре красивых мужчин.